Ну, я же знаю, что не норм, что пропуски есть. Может быть, они, конечно, не особо заметны при такой игре, но вообще должны, по идее. Ну, вроде сейчас пока хорошо. Надеюсь, на меня на хороший сервер закинуло. Тут это живо у меня не отображается на карте, да? Да, нету на карте. А, нет, нифига. Еще хуже, по-моему, стало. Ладно, плевать. Сейчас посмотрим, если ничего не изменится, я, наверное, потом просто продолжу, поиграю. Другой день. Видимо, когда такой наплыв на Твиче, бесполезно стримить. Так, я тут вроде все забирал, да? Забыл уже. Нет. Вообще странно, что все нормально. По идее, должны быть прям дикие потери кадров. То есть... Видимо, может, это не так заметно. Все-таки 1000 кадров, я думаю, это не... Что-то ничего нету. Здесь... Яркендар? Я не знаю, что это такое Яркендар. Мне по квесту нужно сюда, вот. Типа в долину рудников проверить. Это не сюда? Здесь дракончик есть. Интересно, могу я его осилить? Я его туда что-то пробовал, он меня быстро... Место указал мое. Так, чисто проверим. Ну, такое. Ой. Ну. Не по шансам что-то. Ну, Адон, это пропавшие люди есть, я так понял. Ну, типа, рабы... Я просто не знаю, где Творон находится. И куда к нему идти. Ладно, побежали, я так понимаю, мне надо в замок. Или... А, маги воды, все, это значит, мне нужно к магам воды идти, да, по Дону. Все, я понял. Моя понимать. Все, я понял, в кольцо воды я вступил. Че ты тогда предлагаешь, мне нужно вернуться и бежать к этим, к магам воды? Блин, ну здесь вообще, конечно, опасно бегать. Тут и орки. Да, что-то это...
Тут что такое? Да господи, эта молния напрягает. Я понимаю, что я здесь не покачаюсь, но найти бы путь, как пробежать в замок. У меня даже нет зелья ускорения. Здесь вроде ничего нету. Никого и ничего. Во, вот этих я могу осилить. Вот это по мне соперник. Это мое. У меня, кстати, ни одного превращения нету. Хорошая, кстати, идея. О, нифига себе, сколько там мелочи. Да ты будешь бить-то по цели. Мы так сейчас и уровень здесь возьмем. Кстати, да. И мне хватит. У меня будет 60 маны, я смогу кастовать побольше. Блин, вот как бы к ним только туда. Танешь, блин. Сколько прежде надо ударов сделать? Так. Тут пасетесь. Мясо. Плюс мясо. Там ничего нет. Да, сейчас бы... сдохнуть от них.
Было бы прикольно, кстати, когда если убиваешь вот как, типа такого монстра, у которого должно с него что-то, ну, выпасть этот, как он называется-то, мясо. Если ты его огнем убиваешь, то жареное мясо сразу поднимаешь. Так. У меня есть вообще превращение какое-нибудь? А-а. Не-не-не-не-не. Что я их зря собирал, что ли, правильно? Ну, побегли. Просто в тупую побежим. Как дебил. Ой, блядь, понятно. Как дебил не работает в этой игре. Джукинг. Блять, откройте ворота. Чё за, блять? Откройте. Суки. Впустите. Какой настырный. Еще одна грязная тварь. Сука. Ладно. Немножко прояснилась ситуация. Да не, надо. Блин, вот на варгов еще нарвался. Тут что, где-нибудь вот здесь пробежать? Ёб твою мать, где вход-то?
Нафиг я развернулся, он бы сейчас за мной не бежал бы. Ой. Блять, еще один. Я слышу там. Блять, я уже марафон сейчас пробегу, блять. Помогите, но где вход, суки? Блять, я реально круг сделал, просто сделал круг. Да, ну вот эти волки меня сейчас, варги меня похоронят. Все побегут за мной. Где-то, мне кажется, вот тут вот можешь. Вот тут я между этими пробегал, там не было таких проходов. Может, та пещера? На другой стороне. А, во, я знаю как. Помогите! Там еще одна грязная скотина. Я знал, что кому-нибудь это удастся. Ты прошел через проход? Наш посланник смог пробить. Нет, ваш посланник не смог. Проклятые орки! Но командующий Гаронт наверняка захочет поговорить с тобой. Где Тандер? А что насчет? У нас есть свитки. Кто здесь? Поговори с Мелтоном. Опа. Покажи мне свои свитки. Пояс огненного человека, защита от огня. 15. Возьму свиток молнии один. Тревога! Удар. Вот это имя. Ну, он, наверное, забаговался из-за этих. Оруженосец. Как орки загна... Что? Насколько я знаю, я бы не... Кто? Команда. Орки до сих пор пытаются там пройти. Блин, я... Даже не буду этот сундук брать. Настолько мало там. Недостойно моего внимания. О, кстати, может, с ним сейчас поговорю. Тебе крупно повезло, как тогда, наверное, я должен радоваться. Не стоит трепаться попусту. Некоторые из наших парней посвящают себя тренировкам. Эта неопределенность изматывает. Такова. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ты пришел через... Я хорошо знаю, каково... У тебя есть оружие? Что стало? Мы проводили разведку местности, если... Но поздно ночью пришли орки. Мы попытались скрыться. Вскоре после этого орки возвели огромный...
Покажи мне. Офигеть, 90 ловки. Амулет рудной кожи. Что тебе? Как я кую оружие для рыцарей за... Это оружие нам очень при... Эй, Парлав! Затачивайте... Прикольно. Ты первый раз слышу, так что-то говорили. У меня на это. Как могло бы... Блин, как меня этот звук напрягает. Ой, как приятно. Привет. Ну а как по-твоему? А вчера Ингур опять урезал наш паёк. Если он будет... Или нас всех перебьют ор... Кто такой? Ингур заведует провизией и выдает пайки. Они становятся все меньше с каждой неделей. Конечно, с ним можно договориться. Но только за... А ты не можешь... За те гроши, что нам платят? Что на... Этот черт... Где мне... В доме рыцарей. Ой, блядь, этот звук. Ух. Ты тренируй. Да. Когда эти орки... Ты мог? Конечно. Но кроме таланта, обратись к рыцарю Тан... Что насчет да... Что насчет него? Ты можешь обучить? Нет, но ты можешь попросить удара. Я хочу... Начнем. Они так все говорят, типа, Ктандара, как будто он мне сейчас бесплатно что-то даст. Но он мне ничего не даст. Естественно. Естественно. Посмотрите, кто вернулся. Ну, это Милтон. Наш герой из-за барьера. Рад видеть тебя, Милтон. Ты... Опять. После того, как барьер рухнул, я вступил в монастырь магов огня. Но когда стало ясно, что паладины хотят отправиться сюда, поэтому было решено доверить ты. Помнишь Горна, Диего и Лестера? Угу. Конечно же. Я помню парней. Ну, Горн и Диего не ушли далеко. Лестер исчез. Впрочем... Я встретил Лестера. Он теперь... Ну, хоть какие... Ну, а у меня нет. Как здесь обстоят дела? Паладины пришли сюда, чтобы добывать магическую руду. Но из-за всех этих нападений, драконов и... Нет, клянусь Иносом, я чувствую присутствие чего-то тёмного. Мы заплатили высокую цену за уничтожение спящего. Разрушение барьера... Типа мы разрушили барьер и выпустили еще что-то? Мы можем считать себя счастливчиками, если... Или что-нибудь. Сколько руды? Сколько руды? Ни одного ящика. У нас уж... Я не удивлюсь, если они все... Это экспедиция... Интересно. А где сейчас Горн и Диего? Ну, Горн сидит здесь, в темнице, за... Диего прикрепили к отряду старателей. Спроси, паладин... Пойдем. Ну, проблема заключается. Но если нам повезет, Горн согласится на сделку. Да. Держи меня в курсе. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я могу обучить тебя магии из второго круга, если ты готов повысить... А какие... Изначально. Я должен... И теперь я... Я...
Чё, по идее, вроде траву тоже эту можно брать. Ладно. Похилюсь хотя бы. Тут. После себя оставлять следы, чё-то мне не очень нравится. О! А чё, я только так могу, что ли, посмотреть? Но я пришел сверху. Тут даже зимняя территория есть, что ли? Башня какая-то, еще одна башня. Да ёпта мать, тут бегать можно. Никак с собой нельзя, да? Тут какие-то ритуалы, что ли, будут потом проводить, какое-то мрачное место. Я позволил себе устроиться здесь немного комфортно, что даже становлюсь единственным магом магии. Но не могу сказать, что я рад возвращению, но на самом деле мне очень хочется убраться отсюда. Эта экспедиция не сумела увенчаться успехом. Старатели ушли вчера, они взяли с собой Диего, не видели, если он сбежит. Не думаю, что им понравится махать киркой. Но я использую свою нелюбу. Понятно. Чисто дневничок. Вот это приятно, конечно. Поздно. Обрушение старой шахты вызвало сильное недовольство рунных баронов. Гомес похож на пороховую бочку, которого зовут Кариста. Думаю, что в обрушении шахты виноват новый парень. Человек действительно необычный. Лучше ему больше здесь не появляться. Кариста. Гомес. Гомес снова готов. Гомес готов со злостью разнести все вокруг. Это конечно. Кариста, возможно, у нас избежать катастрофы. И нахуя это? Спрашивается, что я сейчас только что прочитал. Он все время знал об этом. Я сам не лучше. Не говори, что ты не знал. Да, не богато.
тоже не знал об этом? Не нужно верить всему, что говорят. Эй, ты! Что-то там на П было, нет? Кто-то там, что-то там, где-то был. Эй, ты! Я слышал, что ты... Ну, если так говорят. Научи... Убирайся! Вокруг замка... Эй! Самый... Что ж, если ты хочешь... Я... Ладно. Я-то думал, сейчас что-то будет. Но, видимо, может, у меня что-то не хватает, чтобы что-то было. С кем я там говорил-то? Что-то... Кто-то там что-то вышел. А пирсинку порезать? Кстати, потеря кадра прошла. Чё опять со своей историей? У кота, короче, аллергия. Ну, не у нашего, а у её знакомой. Заиноса! И аллергия это выражается в том, что у него губы становятся огромные. Выпухают, короче, ботоксные губы, как она говорит. Вот она все ходит с этого, смеется. Что-то на П он имя, да, сказал? Это не мои проблемы. Я почему-то думал, что это Парл. Но, видимо, это не он. Очевидно. Тут тоже заберу. Так. Эй, ты! Ах, ты тот парень, которым... Да. Отлично, я Эн, только не думай, что можешь получить от меня, но если в твоих карманах позвать... О! О! Ничего себе! Ты... Это так. А что? Если тебе что-то нужно... Может... Конечно. Так что нужно сделать? Наши запасы продовольствия на... Так что если сможешь раздобыть мясо, сырое или приготовленное... Не волнуйся. Две дюжины кусков хватило бы, чтобы накормить все эти голодные... Эй, ты! Вот. Отлично. Ты принес достаточно мяса. Этого хватит, но даже не надейся, что... Пока. Так, здесь я устанавливаю
За 100 монет 200 хп. Есть 210. В принципе, разницы никакой. Ладно, куплю. Куплю все. Пригодится. Наверное. Короче, это, наверное, да. Ну, больше не буду покупать, у меня денег даже не осталось. Надо что-то продать будет. Так как шкатулки открывать, я так и не понял, как. Если их можно открывать, что-то... Это не открывается. Тут у меня кошельки есть, надо открыть. Эй, ты! Пока. Типа за 150 продавать или что? Урон 100. Здесь 120. Моя лучше. Продать можно. Можно продать. Ну все, наверное. Со шкатулками не знаю. Мне что-то вчера сказали, что их открывать не можем. Не особо верится. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Моя задача проста. Я должен, если ты попытаешься поднять или... Чем? Моя задача, если ты...
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Теперь встал вопрос. А как открыть решетку? Где этот? Блин, напоминает, как в этой в первой части там примерно так же было. Простой кованый меч, нифига себе. О! Ого! Ого! Лук! Ясневый лук. Приятно. Учитывая, что я хотел покупать лук. Так, а вот и ключ. Только, блин, прежде чем сундук открывать, надо было посмотреть, от чего ключ. Может, это от этого сундука? Ну, вроде не было звука. Открытие там чего-то либо. Всякий хлам. Шкура вообще что тут ничего не стоит, копейки какие-то. Легкая рыба, что значит легкая? Что за бред? Отсюда можно по оркам шмалять, да? Будь у меня раскачан лук, я бы, наверное, так и делал. Шаровая молния. Ну, полезли. Так, пожалуй, я сохранюсь, прежде чем руферством заниматься. Да ёп!
чё, серьезно? Что серьезно? Что за провод? Блять, вот мне делать нехуй. Нахуй я сюда полез? Я уверен, что здесь ничего нет. Ты что, тупой? Ну вот о чем речь, блядь. Пошли вниз. Странно, бочка. Так. Мне никогда не открыть. А что я за ключ тогда взял? Ой, теперь ищи, что это за ключ был. Алхимик Саландрил. Что за алхимик? Я даже такого вспомнить не могу. Посмотрим, что будет дальше. Это было очевидно. Это именно так, как я сказал. Почему они не слушают? Ключ от второй двери. Я что-то где-то еще не мог открыть. Сундук, по-моему, да, какой-то? А, вот эту дверь.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Хрен с ним, короче. А, вот, у меня еще идея появилась. Никто ничему не учит. Стой! Ты... Вопрос не... Ты все еще хочешь остановить... Ну откуда же я мог знать? Не говори, что ты... А, не, стоп, не ту сторону. Так, как ты сказал. Это все слышно. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Все, больше вариантов нет. Он не заслужил этого. Так, здесь мы были. Я уже подумывал об этом. И почему это меня не удивляет? Первый раз слышу об этом. Как будто у меня без того проблем не хватает. Он не заслужил этого. Ты тут такое ощущение, что это какое-то квестовое, что это, или это просто типа отходы. Он не заслужил этого. Верю, что это что-то. Это было очевидно. Не говори, что ты не знал этого. Не могу поверить в это. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Кто сказал тебе это? Нам остается только ждать. Нам остается. Ничто не изменит это. Возможно, я говорил. Я не верю, что это что-то изменит. Первый раз слышу об этом. Не говори, что ты не знал. Повар, руки прочь от моих горшков. Я отвечаю за пищу. И... Я уже подумал об этом. Кто назначил тебя поваром? Почему он с киркой? Командующий Гарант. Да так... И за что тебе? Ну, между одним из посетителей. Если ты хочешь узнать... Ну чё, вот даже горшок с медом не могу взять. Ну вот все. Ну вот и все. Гарант. Очень, кстати, похоже. Такое ощущение, блин, это как будто это замок Гомеза. Может, это он и есть? Ну, вот это вообще копия вот этого. Вот. Или они еще все, ну, все одинаково делали, что ли? Не понимаю. Я лучше не буду. Никто не смеет нарушать божественный порядок. Он сам так решил. На твоем месте я бы этого не делал. О, Парсиваль. Как мы окружены орка, но значительно больше меня тревожат нападение дра... Еще одно нападение дра... Сколько всего дра... Мы не знаем, сколько их, но и это еще не все. Вся долина... Не стоит обманывать себя. Без подкрепления извне... Иннас поможет. Я думал, сейчас с ним что-нибудь поболтаем. Что-то вообще ничего не говорит. Каковы твои обязанности? Я офицер, стратег короля. И в настоящее время подчиняюсь достопочтенному командующему Гаронду. Мы последние паладины, оставшиеся здесь, в замке. Все остальные ушли, либо пали на поле боя. Это наш долг, чтобы эта экспедиция завершилась успешно.
И мы добьемся этого, клянусь Иносом, мы добьемся этого. У меня есть из... Что за известие? Твой брат мертв. Он погиб у прохода. Мой брат Инос подвергает меня суровым испытаниям. Но он погиб, как его слуга. Это новость, стрела, пронзившая мою... Как об... Твое появление, ты нужен нам. И... Я бы так не смог. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Откуда ты взялся? Ты не из старателей, и ты не один из моих людей. Так кто же ты? Я пришел через проход. Через проход? Ты действительно прошел там? О, Инос всемогущий. Пробежал. Зачем ты прошел этот путь, маг? Ты действительно думаешь? Я пришел от лорда Хагена. Он хочет, чтобы я... Так ты пришел, чтобы получить эти доказательства? Да, именно на это я и рассчитывал. Так ему нужны доказательства? Он может получить их. Но я не могу отправить... Послушай, лорд Хаген должен узнать все о ситуации. Хорошо. И что ты хочешь, чтобы я сделал? У нас здесь в долине 3 отряда старателей. Посети все 3 шахты, и после этого я дам тебе письмо, которое ты отнесешь... Ну, хорошо. Охуеть. Я хочу... Я не могу отпустить его. Он совершил... Могу я заплатить? Это возможно. Но обойдется тебе очень недешево. Я... Это огромная сумма. Охуеть. Виногорна тоже не маленькая. Все возможно. Но... Потому что ты знаешь, как пробираться через ряды. Ведь тебе один раз уже удалось преодолеть все препятствия. И почему я не слышал об этом раньше? Мне... Поговори с магом Милтоном здесь, в замке. У меня нет времени на... Где мне найти... Вот, возьми эту карту. На ней показывай. Если у тебя есть еще вопросы, обратись к Парсивалю. Тоже небольшое дело. И чё, горну свободу покупать? Ты должен найти наши шахты. Мне очень нужны новости о том, как обстоят дела с добычей руды. Это абсолютно очевидно. Пойди туда, сделай это. Все возможно. Никто ничего не хочет знать. Ты еще. На твоем месте я бы этого не делал. Истю. Это абсолютно очевидно. Это именно так, как я сказал. Это ничего не изменит. Скажи мне, что это не так. Это именно так, как я сказал. И это еще не все. Поверь мне. Ты действительно думаешь? Ему стоило 100 раз подумать. Ему стоило лучше подумать. Я тоже так считаю. И почему я не слышал об этом раньше? Нет ничего нового. Горн. Как будто у меня без того проблем не хватает. На это не стоит надеяться. Ходят разные слухи. Добродетели Трудин и Тернист. Это все слухи. У меня нет времени на это. Это именно так, как я сказал. Лучше не говори, не надо. Нет ничего нового. Угу. Я бы так не смог. Кто сказал? Что там я еще это должен был сказать? Инос все видел. Инос помог. Что ты можешь? Я отправил, их возглавили Маркос, Фаджет. Группа Маркоса пошла по направлению к старой шахте. Ее ведет другие 2 группы. Джерган, один из наших разведчиков, доложил, что они... Ты знаешь. Через долину вообще нет безопасного пути. Держись подальше от орков и лесов.
Этот каторжник Диего? Я... Будь осторожен. Это нелегкое за... Если тебе нужно больше инф... Охуеть. Информативно. Просто ни о чем. Рано или поздно это должно было случиться. Это именно так, как я сказал. Я ж думал, сейчас будет читать. А фиг. Блин, может это и правда есть этот гомезовский? Почему он чисто такой же? Или типа в то время делали все одинаково? Даже фотка вон. Да ш... Офигеть. Что за сундук такой треклятый? Покурим. Все, хватит. А как-то не вписывается, да, по-моему? Видимо, какая-то сторонняя. Блин, вообще все полностью одинаковое. Что за записки, алхимик? Жал кровохмук содержит смертельный яд. Ни один человек в здравом уме его не возьмет в руки, если только у него есть какое-то течение жала его обработки. Я понял, разъедутся. И что это мне дало? Тут чё? Бля, всё в точности то же самое. Золотое жерелье. Кошка разболелась. Открой кошка. Чего? Чё это я упал?
весело. Опа, обманул игру. То же самое. Что, текстурки, что ли, не допилить не смогли? Серьезно? Текстурочки, да, не запилили? Эпик. Серьезно, блядь. Я не могу залезть. Не с той стороны, блядь, да вы что? Как я залез вообще на до этого, перед этим? Это что, блять, вообще было сейчас? Пизду, блять. Ёбаная игра, блять. Блять, вообще такое.
Просто зомби. Что это сейчас было? Откуда он взялся? Чё? Почему? Сейчас пойду посплю. Чё-то это кровь. Где тут кровать видел? Какие-то ключи, от чего они, вообще непонятно. Ничего не открывается. Все нужно отмычками делать. За Инноса. Что-то заключен. А кто-то? Несколько каторжников и наемник гор. Четыре человека. Ты? Нет. Никто не может. Здесь вам не таверна. Ты? Нет. А? Нет. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Ты? Нет. Сам и... Я что-то слышал об этом. Нет. Я уже подумывал об этом. Это именно так, какой, а? Ля какой. Это все слух. Грязный вор. Ну подожди. Хорошо, что ты сохранился. Почему-то подумал, что так и будет. Это именно так, как я сказал. Все возможно. Я не знаю, где его так и делать. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Я уже подумал об этом. Нет ничего нового. Он все время знал об этом. Меня беспокоит. Сначала это нам застирали. Но... Он все время как... знал об этом. А теперь мы все... Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Брутус. Эй, ты! Чем ты занимаешься? Чем занимаюсь? Я тренирую. Также я присматриваю за заключенными. Я... Но моя настоящая работа заставлять их говорить. И звучит. Но этим блохастым болваном, что сейчас... А к этому горну... Есть? Все спокойно. Новых заключ... Эй! Ты не... Конечно. Я... Сколько ты... Ты ведь бегаешь вот... Мой помощник, Дэн, слинял во время... Но он улизнул не с пустыми руками. Что еще? Но у нас был сундучок, где мы... Это была приличная сумма. Сунду... Если ты вернешь мне это золото, драгоценности можешь оставить... Ты знаешь? Как можно дальше отсюда, как я понял. Спасибо. А что я еще могу... У меня есть кое... Превосходно. Теперь... Может, это и был тот сундук, нет? Ну-ка. Ну-ка, сейчас загружу. Именно так, как я сказал. Так может продолжаться вечность. Я не знаю, где его так отделали. Я бы не доверял этому. Эй! Ты как? Ну что? Ты как? Эй! Эй, ты!
никому не интересно мое мнение. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Даже не знаешь, кому верить. У меня и так хватает. Его дела были праведными. Тебе не стоит спрашивать. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Это было так, как ты сказал. Это было очевидно. Эй, ты! Пэ. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Здорово, да я вижу. Конечно, узнал. Как успехи? Ну, как видишь, я пробрался в замок. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Какие-то ключи здесь подобрал, и толк от этих ключей что-то я не вижу. Я вот, у меня один вопрос назрел. Это же замок Гомеза? Или они просто похожи? Либо их делал один и тот же человек. Строил, точнее. Эй! Так, эй, ты! Ничего не говорят. Ты мне не дашь, да, ничего там? Эй, ты! Ничего не дашь. Эй! Ты можешь... И где я, по-твоему, возьму его? Нормально. Гарунд хочет тысяч... Немаленькая сумма. Мне... Добыть еще золото. Может, Горн припрятал где-нибудь золото? Я напишу ему записку. Ну, я, кстати, не смог на самый наверх попасть. Меня не пустила игра, не знаю. Ироном? Что за Ирон? Короче, не знаю, там все двери открываются. Все сундуки открываются. Эй, ты! Наверх? Но где... Вот где... Вот сам замок от Гомеза. Ну, где его дом. Вот тут не попасть наверх. Вот сейчас. Еще раз покажу. Заходишь сюда. Сюда. Еще, кстати, я здесь зомби встретил. Я не знаю почему, когда я возвращался... Оттуда вот сюда, вот здесь зомби, короче, был. Но тут труп его уже исчез. Вот. Здесь есть лестница. На первую я смог залезть. А вот на вторую у меня не получается. Да, даже на эту теперь не получается. Не знаю, как. Не получается. Я нажимаю. У меня... У второй почему-то не выходит. Вот на первой получилось так сделать, а у этой не получается. Я проваливаюсь. Я много раз уже попробовал. Вот, он вообще не хочет прыгать. Единственное, что еще раз у меня получилось, я вперед провалился. А еще тут он в каком-то моменте начинает сам идти. Вот тут он уже сам идет. Вот он сам здесь шел. Вообще, меня прям такое напрягает. Не люблю, когда такое в играх. Ну,
Не знаю, мне кажется, нереально. Тут я даже намека не вижу, чтоб типа как-то залезть. Ладно. Видимо, не судьба. Я здесь, по-моему, в первой части я вообще без проблем залезал. Вот здесь вообще зомби появился, когда я возвращался. Почему он здесь появился и был в одежде этого ополченца? Вообще странный момент. Может, это отсылка, конечно, к чему-то. А, в Гарпи, да, было такое. Что-то там было, я припоминаю. Ему стоило лучше подумать. Это Гомес, но почему он как ополченец был одет? Ну, типа, вот как вот эти вот. Примерно. Точнее, нет, он не как ополченец, а вот эти... Ну, как старый лагерь, короче. Где ты это услышал? Это гам... Блин. Это да, зомби. Так. Не могу поверить в это. Это было так, как ты сказал. Тебе должно быть жаль этого бедня. А, записку. Записку, записку. Это было так, как ты сказал. Посмотрим, что будет дальше. Записку. Первый раз слышу об этом. Не могу поверить в это. Кто сказал тебе это? У меня есть записка для... В принципе, я не... Для Горна. Это очень важный заключенный. Я не думаю... Что ты хочешь? Наши пайки последнее время... Принеси мне колбасы и буханку с... Бутылку вина, чтобы запить все это. До этого должно... Почему они не слушают меня? Я принес тебе кое-что. Вот еда. Хорошо, дай посмотрю. Записка. Да, вот. Заходи завтра, он к этому... Отношения. Некоторые проблемы решаются. Нет еще. Пойду посплю. Квест... шахты проверить, рудные. И тогда мне дадут для Хагена, лорда Хагена письмо. Вот. Инноса. Да я уже понимаю, но мне вообще не нравится эта идея на самом деле. Мне кажется, это будет трудно. На твоем месте я бы этого не делал. Горн получил. Да, и я должен пить. Это находится у южных ворот. Он сказал, что... Нет, понять. Возможно. Да, возможно. Я не знаю, где его так отделать. Больше не хочу слушать об этом. Нам остается ну. Ходят разные. Возможно, я говорил тебе раньше. Так может продолжаться вечность. Как будто у меня не может продолжаться вечность. Нам остается. У меня и так хватает проблем. Это шахта, да? Я больше не хочу слушать об этом. Почему они не это слушают меня? Это именно так, как я сказал. Я знал, что я не хочу иметь к этому никакого ну, отношения. Для готики повторное прохождение, конечно, уже не такое интересное. Так что да, наверное, если ты ничего не знаешь, так и такой игре намного интереснее играть. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Неверны. Ну вообще... Судя по карте, там ничего нету. Ну, то есть там белые места. Если все будет по-другому. Ну, как бы не особо похоже, что там что-то есть. Да. Южные ворота. Что считать южными воротами? Чего южные ворота? Кого? Кого? Чего? Некоторые даже не знают, насколько они порочны. Если он этого не видит,
Стальные ворота. Всего две... Одни ворота есть. Эй, ты! Ничего не скажет. Я так понимаю, вот это место. Эй! Что это, южные ворота? Пожалуй, сохранюсь куда-нибудь. Сейчас начнется долбежка. Дикая. Думаю, что за черное пятно что-то лежит, что ли? Да. Да я тут только уже видел. Я здесь уже просто кружочек успел навернуть. Интересненький. Так. Опа, не попал. Опа. Блять, у меня батя руфером был, я выжил. Твою мать. Ну давайте куски говна. Ну что ты, не можешь, да? Не можешь, не можешь. Блять, что это сейчас было? А, не, лук. Проблема не в том, что лук тот еще, что я не попадаю. Ну вот сколько, я 4 выстрела, ну, в принципе. Не, нормально, нормально. Лук сгодится. Так. Кто живет здесь? Никого. Шкура тролля. Ну, снайпер трава. Что-то показалось, что-то лежит типа стрелы. Это просто
треснутая земля. Да как ты меня увидел-то, ну? А, ты застрял. Нет, ничего не застрял. А вот теперь застрял. Ну что, пес? Ты не первый здесь. Так, в спину вроде не бегут. Ну что, пес? Ты будешь медленно умирать у меня. Что со стрелами? Что они отлетают, как это? Понятно. Ты чё меня пугаешь? Слышишь? Это же что, блядь, вообще было сейчас? Главное вниз ему не упасть. У меня просто, мне кажется, еще чуть-чуть, и я прям к нему упаду. Там, знаете, как в песне. Еще чуть-чуть, и прямо в рай. И жизнь удалась. Ну, я в первой долго, на самом деле, мучился. Мне тяжело... Ну, не мучился, мне было тяжело там бегать. Поначалу так вообще, мне так дико непривычно было. Вот здесь как-то полегче. Здесь какие-то снайперы слабые. Или они и тогда были тоже такие же. О. Ну, сундук. Рыба сера. Ну, к примеру, можно. Ну да, да. Вы правы. В моем случае shift надо зажать. Что там такое. Не, я орков ненавижу. Не хочу орков. Хочу с падальщиками драться. Либо с мухами. Блять, тут тоже орки. Ой. Че это за травка такая? Корень. Что-то разве так выглядит?
Хошпок-пак. У него что, даже имя есть у орка? Что это за подъем такой? Блин, меня так напрягает, когда куча развилок, мне хочется... Мне сразу начинает... Хочется все посмотреть. Такое ощущение, что какая-то ловушка такая оказалась. Типа какой-то ловушка. Сейчас посмотрим, как поступим. Сначала я просто бегаю, осваиваюсь. О, Олаф. Он же был, да? В первой части. Олаф, старая монета. Или я путаю, или нужно было как раз его найти, там что-то по квесту, нет? Что за доказательство? Нет, слишком много информации. И я не знаю, что с ней делать. А я люблю по мере поступления проблемы решать. Либо, как говорится, у меня был план, и я его придерживался. Вот у меня есть план, и я его придерживаюсь. Блин, вот в жизни бы так бы, да? Чисто вот такие вот квадратные уступы. Лазишь по ним. Интересненько. Что тут такое? Колечко. Сундучок. Угу, у меня есть такой лук. Охрененный сундук. Что еще? Что можно еще сказать по этому поводу? А, у меня же еще какой-то телепорт проходит. Нет, это он. Страх. Круг 3. А я не могу донат на него сделать, раз круг 3. Или могу? Маны 50. Что за кольцо-то? Это что ли походу? Блин, какие-то вещи. Лучше бы вообще бы даже половины этих вещей не было. Когда смотришь на их статы, плюс 3, плюс 2. Вот нафига я сюда поднимался? Вроде ничего нету. У меня 23:30. У меня практически тоже ночь. Еще полчаса и будет. Хотя, наверное, уже. Почему? Опа, это кто? Вы кто такие? Хуеси, человек, ящер. Просто человек-ящер. И голем вон огненный. Да я тоже как бы недолго не хочу сидеть. Я просто понимаю, что здесь надолго и... Можно долго сидеть.
Хуже орков? Хуже орков. Вообще что-нибудь попробуем. Я себе сказал, я себе, это чё? Ну давай, у нас битва магов. Чё зря? Ой, попал. Ой, я так на него много потрачу всего, не хочу с ним драться. Надо молоток священный тырить. Я, кстати, хотел туда сделать и забыл. Надо будет потом сбегать за ним. Попробую через эту сторону пройти. У меня, кстати, есть какая-то молния, по-моему. Ой. А, мне надо изучать. В смысле, сдыхал? Но я горьким опытом научен, как бы. Проходили все это уже. Понятно. А я что, не сохранялся? Опять спускаться. Может, можно где-нибудь здесь сигануть? Да, сиганул. Пуп, тут какое-нибудь кольцо там или еще что-нибудь типа наделал и урон. И хотя бы не умираешь там от падения. Да, блядь, как вы меня надоели. Ботоводы эти. Со своими услугами. В смысле, откуда там ящеры появились? Не понял.
Прикол. Я ж там... Их там не было, когда я смотрел туда. Я помню, что я туда смотрел. Нет. Я еще не встречал того, кто мне ее изучил бы. Где-то еще ящерки, да, были? Диего, да? Что, входа нету? Ну, вроде лестница должна быть, нет? Да в игре, блин, столько багов на самом деле. Если бы не фанаты, игра бы, наверное, вообще была бы убогой. Мне кажется, фанаты столько сделали, столько пофиксили багов всякими там своими патчами, фиксами.
Волки доедают. Ну, пока что-то никого. Рыцарь. Рыцарь. А, я еще, оказывается, правильно бежал. Я решил как бы не, ну, побежать сюда просто потому, что увидел кучу мух. И все. Эй, я думал, ты мертв. Да, так было. Ну, а я думал, что ты... Ищу доказательств. Для кого-то это... Я работаю на лорда Хагена. Паладины? Позволь мне сказать тебе кое-что. Я хотел предупредить паладинов о драконах. Сам не знаю, зачем мне это было нужно. Этот напыщенный Лотар даже не стал слушать меня. И, конечно же, не позволил мне поговорить с лордом Хагеном. Вместо этого они отправили меня назад с экспедиции. Так что лучше... Бедный Диего. Очень важно остановить драконов, пока у нас еще есть время. Остановите их? Да нам нужно уносить ноги. Скажи, как тебе удалось... Есть путь через заброшенные шахты, где нет... Это хорошая новость. Тогда я должен как можно быстрее... Я хочу купить свободу. Немаленькая сумма. У меня есть... С тех пор, как барьер пал здесь... А мы, люди, теперь не... Держись подальше от всех, кто сильнее. Ты можешь? Конечно. А что насчет... Они нашли свою судьбу во время битвы. Да уж, у долины рудников... Послушай... Хорошо, я помогу тебе, чем смогу. Я здесь по поручению Гаронда. И тогда он да... Именно. Поэтому, конечно. Что ты знаешь? Здесь, в задней части пещеры, хранятся... Гаронд может прийти и забрать их, но меня... А какой ты имя? Я был с группой Сильвестра. Мы добывали... Он сказал, что мы должны пить... Ну, так как я все равно... И в этом мне очень повезло. Потому что вскоре нас... Давай к проходу. Иди первым. Но даже не думай о том, чтобы подойти слишком близко. Кроме того, нам мне удалось сбежать из такого. И, конечно же, мы не... Скажи, когда будет... Как дела? Скажи мне, когда... Если я с собой возьму, он мне поможет долбить мобов? Главный вопрос. Так сияют еще. Ой, это, блин, надолго. Я, наверное, сейчас закончу стрим, а потом продолжу. Я так понимаю, тут блядь, можно бегать бесконечно. Целая локация. Не хочу сидеть. Мучиться. Меня на самом деле так утомляют эти бои, потому что они настолько не скучные, не интересные. Просто вот эта вот долбежка, стоишь вот так, долбишься и... Еще и дохнешь как говно. В смысле сохраниться? Ну ладно, потом. Да, удачи. Пойду спать. Завтра еще праздник. Надеюсь... С работы пораньше отпустят. Да.